Итак, дорогие друзья, 18 секунд осталось до конца акции. Я нахожусь на аккаунте, на котором 50 тысяч старпоинтов. И сейчас обновится магазин, и мы узнаем, если будет золотой бо, мы его прямо сейчас покупаем на видео. 3, 2, 1. Да, он есть, ребята, 50 тысяч! 50 тысяч! Охренеть, он есть! Ух, жесть! Дорогие подписчики, прежде чем мы перейдем к основной теме ролика, я очень хочу вам порекомендовать канал автора. Сейчас я вам его покажу. Вот он, ребят. Обязательно подпишитесь на него. Ссылочка будет в описании. Himself. Очень важно, ребят, подписаться и поддержать, потому что, ну, чел очень старается. 50к нафармил, дал мне. Мне безумно приятно. Блядь, ну, 50 тысяч сейчас на ваших экранах потратится. Ребята, вот сколько у вас, напишите. И представьте, сейчас трачу 50к. Просто поставьте лайк, поддержите. Я ему в предыдущем ролике купил все скины, которые были в магазине. Ну, в знак, я не знаю, благодарности, в знак поддержки. Ну, он заслужил. И сейчас я куплю ему бо золотого за 50 штук. У меня тупо рука даже не дрогнет. Я не знаю, наоборот даже. Фух. Не могу. Я не могу. 50к, серьезно. Надеюсь, я скринов наделал много. Господи, поехали. Ля, тупо золотой бомех, охренеть. Ребята, за 50 тысяч улетают. Все, их тупо нету. Но у меня эмоции такие, потому что 50к, это круто. Но я бы не купил себе этот скин. Я бы реально дождался, если я нафармлю себе когда-то 50к. Я дождусь какого-то, может, ремоделинг какой-то другой будет. Просто вот, чекайте, ребята. Вот этот скин стоит 300 или 150 гемов, я не помню. Какой из них 300, какой 150? Там, по-моему, меха какой-то 150, а какой-то 300. Ну, неважно, пускай будет 300. Этот стоит 50 костарок. А, напоминаю, 300. Тот, который можно купить всем, ну, за деньги. И тот, который надо копить. Разница только в свете, охренеть. Ладно, погнали катать. Блин, первый в мире. Шучу. Не первый в мире. Кстати, название может быть слишком громкое. Я знаю, что в СНГ еще много других игроков, которые получат этот скин. Тоже в сегодняшний день. Я это знаю, уверен. Но, ребята, капец. Я один из первых, кто его купил. И вот играю на нем. У меня золотой бо. Золотой бо. Не, кстати, знаю, что какой-то чел на Западе уже, не знаю, может, месяц назад... Не, не месяц. Ну, где-то... Ну, короче, давно. Недельки две назад точно уже купил. Я видел где-то ролик. Но это все фигня. Там где-то у кого-то видишь. А тут лично я взял, купил. Блин, охренеть. Большое спасибо ему за предоставленный аккаунт. Ребята, еще раз напоминаю. Ссылочка на канал владельца будет в описании. Подпишитесь, поддержите. Блин, если вам интересно наблюдать, как он их нафармил, как он играет. Я думаю, что это реально годно. Я думаю, что это реально годно. Так, Ворон, помогай мне. Ворон, ты чё против меня? Мы же с тобой оба из птичьего... Из птичьей отрасли, блин. А ты против меня. Получил, да, по заслугам? А нехрен было на меня быковать. Пока, Пока, мы же с тобой, мы же с тобой. Ты же меня не закрысишь, Пока. Ты же не крыса, отлично. Где этот Леошка? Так... Ага, ага, да-да-да, давай-давай, до свидания. Блин, а он ульту мою видел, поэтому он не поведется на нее. Так, блин, охренеть, первый. Блин, я уверен, что в эту секунду много кто в СНГ купил этот скин. Потому что, ну... А давай так сделаем. О, блин. Ну все, капсда тебе. Твоя остановочка, Лешка. Лешка. Леня. Давай-давай, Пока, надо зажимать, тварь. Нет, Пока, блин, меня не бей только. Есть, все, добили. Так, 5 бойцов. Так, Биби мне не нравится. Я думаю, что тут заминируем. Так. Есть. В принципе, неплохо. Блин, тихо-тихо-тихо. Пойду соберу кристаллы, чтобы уж наверняка... Так, хорошо. Бля, тихо-тихо-тихо. Топ-1. Это все золотой бон решает, охренеть. Ля какой.
Не, на самом деле я преувеличу, типа, ну он реально, ну просто, знаете, само ощущение, что у тебя есть, а у других нет, вот оно реально твои эмоции преувеличивает. Хотя, по сути, ничего особенного. Бля, ну он реально секосный. Он реально секосный. Как вам, ребят, как вам? Бля, я первый, один из первых в СНГ, кто играет на этом. Сука, какой же скин классный. Ну, сука, блин, разрабы, зачем вы сделали, вот зачем вы сделали альтернативы? В том плане, что, ну давайте я сейчас возьму другой скин, допустим, вот этот. Бомеха. Это золотой бомеха, это просто бомеха. Вот, просто разницы в цвете, да, то есть почувствует только тот, у кого предпочтение к какому-то определенному оттенку или цвету, да, то есть это на вкус и цвет, как я неоднократно повторял. Но это тот же скин, это тот же робот, та же анимация, все то же самое. Ну неужели нельзя для игроков, которые нафармили 50 тысяч, сделать особенный какой-то скин? Не знаю. Ну согласитесь, было бы круто, если бы он отличался. Но, к сожалению, только цвет. Но в любом случае, это все равно круто. Вот, а у меня есть золотой бау, а у тебя нету. Это, ну, это особенность. Это как золотой айфон, да? Он вроде бы тот же айфон, как и у других. Но, сука, надо ж выделиться, надо золотой себе купить. Но это, на самом деле... На самом деле, все равно круто, он заслужил. Он их не за деньги получил. Не по блату, да? Не по связям, а чисто своим трудом нафармил, вообще красава. Вот. Блин, ну я не знаю, это кайф. Это просто кайф. Блин. Бомба, пушка. Пуф. Так. Так, 8 бойцов. Давайте, короче, постараемся не проиграть. Поставь лайк, если тоже хотел бы себе. А, кстати, нет, слушай, напиши в комментариях, какой бы ты скин себе хотел. Вот какой, на какого персонажа и какой именно. Просто, ну, мне как человеку ленивому впадлу фармить бы было 50к ради золотого бо. Я вот купил вот этого оранжевого и доволен. Ну да, он цветом другим, ну блин, моделька та же и все, я доволен, мне прекрасно. А вот если было бы что-то особенное, чтобы была мотивация эти 50к нафармить, я бы, конечно, может быть и фармил. Ну, я думаю, что разработчики, может быть, еще что-то поменяют. Ого, я вижу, вижу, он ко мне подходит. Он ко мне подходит. Ты подошел ко мне. Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо. Даже не подходи. Блин, 4 бойца, надо затащить. Блин, они затимились, да? Так. Надо отхилиться полностью. Зараза, он знал, что там. Так. О, привет, братан. Какая же имбовая пассивка вот эта, которая станет. Ну все, Леоны, до свидания. Топ-1, ребята. Две катки, топ-1. Тупо пушка, тупо разрыв. Ля. Фух, короче, я не знаю, мне, если честно, очень жалко было 50к тратить. Представляете, завтра разработчики выкатят скин за 100 тысяч какой-то, а мы потратили сегодня 50к. А он бы был особенным челом, который не слил преждевременно. Я думаю, что есть еще такие люди, которых почти 50к, но они еще фармят. Я бы на вашем месте, ребята, не спешил, не тратил, вот вам совет. Да, это ощущения крутые, вот вы увидели, блин, золотой, вот вам, вот, ну вот он, вот я поиграл. Но слушайте, реально... За 300 гемов, ну это сколько? Если вам прям сильно хочется модельку этого бо, это $20, ну конечно, да, это все-таки, это деньги хорошие, если, допустим, нету лишних таких карманных денег, которые можно потратить на игру, это деньги серьезные, вот, ну, на игру жалко на самом деле, ну не то, что серьезные, просто жалко, имею в виду, вот, но, блин, я бы на вашем месте фармил, но вдруг разработчики по-любому что-то еще добавят, ну не может быть такого, что только ворон и только бо за 50 тысяч, в любом случае какие-то еще скины будут добавляться, поэтому подождите, у вас тогда будет выбор, не спешите, кто подфармил 50к. Ну а мы в числе из первых купили. Чел его однозначно, он был уверен, что его хочет. Я его купил на видос, я вас с этим поздравляю. Напоминаю, ссылочка на его канал в описании. Поддержите, вы обязаны его поддержать. Ну а я буду с вами прощаться. Спасибо вам за... Блин, за все спасибо. Ему спасибо за то, что подарил мне эмоции. Хороший денек сегодня. Вам спасибо за то, что посмотрели и лайкнули. Всем удачи, всем добра и везения. Скоро увидимся, пока, ребят.